Всем привет, друзья, меня зовут Шок, и сегодня я сыграл 1-1 с ютубером, и этим ютубером оказался Ник Стрельников. Получилась битва очень жесткой, и я уверен, что она вам понравится. Ну а также я анонсирую следующую битву, и следующий мой противник, это будет ютубер, или даже стример, Russia Power. Поэтому, как только набирается под этим роликом 7000 лайков, я как монстр буду спешить и запишу этот ролик. Но мы будем играть 1 сентября, поэтому я надеюсь, что мы успеем. Ну а в комментариях напишите, с кем мне сыграть в следующем выпуске, потому что после Russia Power я не знаю, с кем играть. Но пока что не выберу. Приятного просмотра, и с тобой я, Шок. Всем привет, друзья, меня зовут Шок, и мы уже на сервере, где будем играть 1-1 с Ником Стрельником. Всем здорово, привет, ребят, привет всем. Ну что ж, наконец-то мы с тобой сыграли, потому что у Ника были проблемы со здоровьем. Надеюсь, что уже ты выздоровел. Да, все я в порядке. Подправился уже, все, огонь, спасибо. Я думаю, это что же можно начинать, поэтому да, давай я зайду сейчас в консоль, пропишу Empire Start Game 1. Старт. У меня пинг, правда, сотка, но ничего, на следующей карте я с Шоком отыграюсь по этой теме. Да, кстати, мы сейчас играем на моем сервере, а следующую катку играем вторую карту уже на его сервере. Так, а ВП ну, не знаю, полетели. Все, погнали. Мы играем до 9 раундов в Б3. А ВП не уязаем, и когда появляемся на респе, то мы отходим, чтобы друг друга не убивали. Да, как обычно, правило, Инжи. Ну все. Да. Не, ну знаешь, на обычных серверах... Ну, на обычных серверах они такого не знают, да, там нет, такого, такой культуры нет. Сука, ты... 5 хп, серьезно? Я, кстати, я закрыл худ и не видел его, блин. Ну так уже лучше. Ну все, полетели. Когда я играл турниры 1-1 просто так, я замечал то, что там пацаны просто делают, что хотят. Стреляют, АВП берут, стреляют, обходят, что хотят делают. Не, конечно, здесь можно обходить у нас, но они крысят часто очень сильно. Это не очень приятно. Ну, да. Вообще, расскажи, Ник, откуда ты, сколько тебе лет, и... Расскажи про себя что-то подробно. Ты отвлекаешь меня от игры! Ладно, камон, ну а... Спалили! Меня не забайтишь, но я расскажу. Мне 21 годик скоро будет, я из Белгорода, в CS играю, там лет 5. Ну, блядь, я с запуска CSGO начал играть. До этого играл в Сурсо. Сурсо? Да. Слушай, а это все пинг. Не, следующую катку мы играем на твоем сервере. Чем отмазываться, надо пользоваться этим. Окей, я буду также отмазываться на твоем сервере. Ребят, я скоро перееду в Россию, я надеюсь. Если что, я сейчас живу в Грузии, и играть на моих серверах ютуберам не очень приятно. Ну и мне тоже. Поэтому он всех выигрывает. 0 хитов. А, нет, 36. Не, я проиграл двум. Банане, Саунту и Братишкину. Из 20 игр. Ты 20-й, кажется, если не ошибаюсь. И на 25-й выпуск зову всех, кому проиграл, и сделаю большой выпуск, где буду со всеми отыгрываться. Понял. Очень интересно будет. Две недели не играл. Но это так. Ник, вот сейчас я без шуток тебе говорю чистую правду. Когда я начал знакомиться с CSGO, я смотрел твои открытия кейсов. Никита Пинки. Бой! Было время! Были и сейчас я играю с тобой 1-1 на мой канал. Честно, это очень быстро все прошло. Не знаю, как такое бывает, ребят. Ну просто, в это даже не верится. Раньше я был просто зрителем, который смотрел и радовался его роликам по открытию кейсов. А сейчас я с ним играю 1-1 на мой же канал. А, у меня тоже такое бывало, братан, с другими людьми, которых я также смотрел. Потом с ними познакомился. Это очень приятное чувство. Ну, чувак, знаешь, после этого появляется какая-то мотивация развиваться и чего-то добиваться, серьезно. Ну это очень приятно, ребят, да, правда. Есть такое. Никита Пинки, я слышал то, что у тебя... Кстати, ты занимался Майнкрафтом. Да, я Майнкрафт. Ты тоже был за Майнкрафт в одно время. Я тоже был за Майнкрафт в одно время. Все с этого начинали. Наверное, я не знаю. Не, на самом деле большинство реально моих знакомых начинали с Майна. Не, знаешь, Майнкрафт это как начальная школа, представь. Которую все проходят, а дальше уже некоторые заканчивают вообще заниматься ютубом, а некоторые идут на вышку, это в CS. А некоторые начинают снимать 99,9% людей этого не заметили. А, ну так, в Майнкрафте, да? Да. Ну да, есть такое дело. Эволюционировали. Да съёпта, до хитово. Чё? 2,8. Какие у тебя планы на ютуб? Я понял то, что ты сейчас возвращаешься на канал XDMN, на котором сейчас выходит твой ролик. Сейчас в неделю делать хотя бы 3 ролика, и я расписал дофигищу видосов, дофигищу рубрик. Будет очень одно крутое шоу.
Трэш, ну, не знаю, ну да, трэшовый его можно назвать, он в лайфе будет. Вот, надеюсь, вам понравится. Ты один из тех ютуберов, которые снимает лайф ролики по CSGO. Да. Спор в CSGO, да, реальный CSGO. Такого. Не, подожди. 93 хп снес. Ладно, я думаю, то, что первая катка подходит к концу, да, Ник, ты же это понимаешь. Я просто подавался. Девятый раунд. Это что? Это что, лайфхаки без съемки? Я не понял. Не, слушай, хотя бы если я сейчас выйду на нестрим, это уже неплохо. Ой-ой, ты начал лагать. Да, есть. Ты тоже лагаешь, братан. А, окей, Дискорд, я люблю тебя. Ну, я люблю CSGO, потому что он дает мне выиграть эту катку, и на счет 3 я убиваю тебя. Да ты попробуй только меня убить. Дай я уйду. Сука. Найс. Даже не попал. Ну окей, ладно. Да, даже не попал. Ну что, полетели на твой сервер, будешь там меня раскатывать. Полетели, да? Будет, ну все, полетели. Слышишь? Тут будет отбивка, ребят. Хоп. Слышишь, будет стрёмно, если я сейчас проебу на сайте. Ребят, вторая карта начинается, и сейчас мы играем уже на супер интересной карте Аймап. Да, она не изменилась, но так уж и будет, ребят. Изменился, ну, Аймап это лучше. Изменился сервер. Изменился только сервер. Сейчас у меня пинг 90, у него один. Посмотрим, была ли причина в этом лузе от Ника пинг или нет. Так, все, погнали, да, играем? Не, на самом-то деле пинг решает, я скажу честно. Так, ну что ж, давай посмотрим, кто выиграет в этой катке. Ты чувствуешь разницу какую-то? Пока что нет, я ни разу не попал. Мне кажется, это аналогично. Нет, разница чувствуется, серьезно, чувак. Вот все туда, куда стреляют, туда летит. А не как там. Будет плохо, если я сейчас проиграю. Типа, реально, позор. Типа, отмазывался в прошлый раз, так что... Да все дело в пинге. Все, это отмазка не пройдет. Блин, я в ловушке. А тут... Бля, я нервничаю, сука, как на первом турнире в 2010-м. Будучи пиздюком, когда играл. Так. Ты играл турниры на лайнах? На лайнах ни разу. А, нет, или мы играли на лайнах? Не играли? Не играли. У меня тут зрители просто за меня. А, мы тренера... Да, я перепутал. Не, мы онлайн только поиграли. Сука, я запизделся. Получается, а какие вообще там призы были на этих турнирах? А, да призовые небольшие. Мы играли просто по фану, еще когда в Сурсе катали. Так, 3-2, все. Иногда денежные призы были. Иногда. Ну там как денежные, там, ну, если 300 рублей пятихат будет на всю команду, то, ну, это прям круто. Ну, типа, удовольствие плюс бабки. Да, просто еще удовольствие. Не, на самом-то деле, я если бы нашел просто 5 родных челов, я бы сыграл бы на лане. Я очень хочу играть на ланах. Просто это очень приятно, когда ты знаешь то, что... У тебя челы твои в команде сидят около тебя, да, коммуникация. Да, можешь подойти, сразу ступень. Да. Не знаю, я никогда на лане... Я один раз сидел на лане в Грузии, да, потому что их мало. Ну, типа, Грузия развивается только сейчас в киберспорте. И умеете сидеть какие-то, вложить свою ноту в этот начало киберспорта. Бля. Как думаешь, как думаешь, у меня получится? И какие вообще могут быть идеи? Ну, типа, смотри, растет киберспорт в Грузии, как можно что-то сделать, пока есть момент? Есть идеи? Да, проиграть Нику. Так, ну, ты, сука, отвлекаешь меня. Ладно, все, я молчу, хорошо. Массажик делать, ебать, как пол. Серьезно, у тебя там прям поддержка? У меня поддержка прям тут. Сможешь сфоткать? Сможешь сфоткать? Можно твой друг сфоткать? Твой друг? Я закину в ролик фотку. Егор, можешь? Я не знаю. Их может быть трое. Егор, Лиза ушла? Слушай, групповушка, групповая поддержка. Так, все, 5-5, сука! Воду давай! Несите воду! Егор, не смей на меня воду выливать, я тебе отпишу, встал. Фак! Фак!
Да это все потому, что... Я не знаю, что придумать. Все в мою пользу и так. Вау! Сучка! Вау! XD Man, у тебя канал называется. Почему XD Man? Что это? XD Team — это другое кое-что. Так. Не, а вообще, что такое вообще XD? Ну, типа, это XD, улыбка. Типа, ты... смайлик, да, типа, забавно, смешно. А, я думал, это что-то означает. Мужики! Как-то так. Кто звонит? Ну-ка, тихо. Бог, господи. Да, господи, пошути! А, фак, не думал, что это быстро потретнешься. Ну, получается, осталось 2 раунда, либо твои, 7, либо мои. 7-7, бля, сука, вот, ну так у тебя пинг, стой еще. Кстати, хорошее правило ты придумал, то, что первая игра на моем, вторая игра на твоем. Я думаю, это что будут так предлагать. Ну, потом, пока я буду в Грузии, я буду так играть. Честно, я тебя потерял, я не знал, где ты находишься. Я тоже сначала не понял, где ты, а потом ты топнул в последний момент. Серьезно? А, все, я выиграл, ебать, это решающий раунд! Нет, 9 это ше, да. Типа, а, ну, окей, последний раунд, погнали. Вижу, ты отвернул. У тебя залагал Дискорд в самый ненужный момент, бро. Сука. Да, не, я попался, все, я попался, мне кажется. Я тут не уйду. Радуюсь так, как будто в сухую ебну, я не знаю, у тебя пинг стоит, 8-9 выиграл. Окей, все, давай, ладно, давай, мне более-менее комфортно здесь играть, давай начинай следующий. Серьезно? Поиграем. Ну да, не будем меня серо, давай здесь поиграем. Окей, спасибо. Полетели? Да, полетели. Вау. Вау. Ну все, давай сейчас реально собраться. Я и так пытаюсь собраться, но у меня мышку как будто первый раз в жизни. Не, ну типа я имею в виду про разговоры, потому что... Давай общаться только на декстаймах. Да, давай. Или как это называется, после смерти. Давай. Я понял. Окей, полетели. Шок, как вы... Блядь, не убивай, пожалуйста, подожди. А? Подожди. Сука, не вовремя ты мне звонишь, где мой телефон? Все, сори, погнали. Готов? Погнали. Да. Такая тишина напряженная вообще, слушай. Ёпта. Ты, слушай, ты так реально отвлекаешь жестко, ты учишься на моих этих лайфхаках, кажется. Отвлекаешь и идешь, обходишь. Я всегда так играл. Сегодня? А? Вообще играешь или сегодня против меня так? Нет, играешь? Я всегда против друзей там играю, я... Говоришь что-то, я входишь. Нет, в смысле ты имел в виду то, что отвлекаю, то, что я просил... Нет, ты говорил, задал, что-то сказал и начал входить. А, ну да, да, это так. Фак, не очень выгодная позиция, вот тебе поцелуйчик, Шок, он твой. На, вот тебе смех, да, он твой. Не смейся в меня. Сука, зажал как школьник. Паника просто. 3-2, блин, ну ты хорошо играешь, слушай. Че у тебя второй орел? А я этот, я уже месяц не могу банизиться даже. Слушай, ты сейчас дал комплимент. Мне кажется, ты знаешь что-то о философии. 3-3. Рот 300к. Ну давай.
Шок, а как давно ты канал зарекал? Как давно ты КС-шку начал снимать? Не, на самом деле, я смогу отвечать на вопросы и играть, хорошо. Зарекал я в 2013 году. Я снимал год Майнкрафт, потом забил на 2 года Майнкрафт и начал рубиться, задротить в КС. Вообще ничего не сделал, сидел дома и играл. Понял то, что надо что-то менять в жизни и начал заниматься КСом на Ютубе. Вау, круто. Круто то, что ты рассказал, круто то, что я только что повесил. Слушай, дабл круто, мне кажется, дабл круто. Да-да-да, дабл круто. А ты чё, ты знал, где я? Просто навелся. Ждал тебя, то есть. Ну, ты был быстрее. Я выхожу, наверное, такой гусь смотрите. Так. Напряжённая каточка, напряжённая. 4-7. Как вообще жизнь? Вот что, чем занимаешься помимо КС-а? Я этот... Я сейчас живу к Ютубу. Живёшь Ютубом? Ну а так? Я вспоминаю свой 15-й год. Та же самая байда была. Только Ютуб. Дайте воды. Я просыпаюсь такой, так, что надо записать? Других мыслей вообще нет. Только Ютуб. Это круто. А, фак. 18 хп мне сразу оставил, блин. Так я пробегал за ящики. Смотри, ты на контакт сейчас, на диалог особо не идёшь. Кто-то слушай, правда, я... Ну, да, на самом деле, хочется. Хочется помолчать в такие моменты. Да. Блядь, прицел вверх улетел. Ёптать, слышь, Никита, а ты чё? Ля, кто это? Ну, чувак, ты, ну ты, я же сказал, нужно было закрыть пати. Я его кикну, подожди. Можешь кикнуть? Ну, надеюсь. Да. А, всё, она стала. Всё. Всё, полетели. Давай, полетели. А, фак! Да как ты так считаешь меня, пиздец! А у тебя материться может? Конечно. А, охуенно. Да, бля... Я очень эмоциональный. На самом деле, я очень спокойный по жизни. Нет, я очень эмоциональный, я вечно ору. Такое ощущение, знаешь, внутри меня негр живет. Чё? Ты бы лучше это не говорил, правда? Чё? Типа, нет, я про то, что... Не, это можно по-другому понять. Типа, я... Ты что, меня негр ебёт? Как это по-другому можно понять? Тебе, я не знаю. Я про характеры негров. Ты не заметил то, что они все такие позитивные? Нет, не знаком с неграми. С чернокожими, так, что сказать. Я понял. Я это имел в виду, ничего другого. Ой, полетели. А, fucking shit. Собака. Это собака была? Нет, это я. О, сорян. Мне правда показал, что собака. Я сам как собака. Эй, как дела? Расскажи, как, что, как переводится твой ник? Ник, скажи, фамилия. 2 плюс 2, 2 сколько будет? 4, в общем, 3 минус 1. Теорема Пифагора, это Курарора. Что? Давай этот, Бисектриса, что такое? Бисектриса? У меня стержь заел. У меня... Блядь! Мои вопросы были сложнее. Ёпрст, дядь, это было нелегко, правда. Я хз, что с моими играми, я уже третью катку подряд очень стараюсь выигрывать, честно. Хз, мне кажется, надо... Я знаешь, я возвращаю форму, я начал играть больше демов и так далее. Фак, так сложно играть, честно. Да. Не, ну ты хорошо играешь, я не играл 2 недели, правда. Ну, тем более... Четвёртая отмазка. Я не играл 2 недели, но мы играли, камон, мы играли... Всё-таки. У тебя дискорд лагает. Да? Давай, говори. Тебе не хватило писечку на второй карте. И сейчас ты эту писечку... Да ты чё,
Я не знаю, как закончить. Ладно, давай закончили сам. Ладно, Ник, это было... Это, Ник, было очень жестко. Ладно, Ник, это было очень жестко. Я думаю, то, что на этом можно закончить. Спасибо большое за игру. Ссылка на канал Ника будет в описании. Он снимает... Что? КС, я снимаю КС в Real Life. У меня много всего интересного. Ребят, ну а сейчас я с вами прощаюсь. Справа от вас мой логотип. Нажмите на него и нажмите на подписаться. Ну а слева найдите мои другие выпуски и рубрики «Битва с ютуберами», где я планирую сыграть с каждым ютубером в течение этого года или даже на следующем году. Все, пока, всем удачи, ребят. Всем пока, друзья.